Наша, продолжаем нашу разборку. Что-то тут должно быть длинное в этой коробке. Я даже, может быть, примерно знаю, что это может быть. Ага. Здесь у нас югославский СКС. Да, югославский, не сербский. Это все еще югославская вещь. Я не знал, куда я его убрал. СКС, Югослав. Киева вам показывал раньше. Так. Интересно, на стойку встанет. Хоть частично. Встать-то он встанет. Держаться он вниз может и не будет. Пока. Ну, на время будем надеяться, что продержится. Фух. Так, следующая коробка. Осталось совсем немного. Еще 70-80 столов. И все. Да? Как вы думаете, это правда? Ой. А кто его знает? Так. Ох. А вот эта коробка содержит в себе что-то явно тяжелое. Тяжелая коробка. Это очень похоже на предыдущую коробку, которую я показывал. От Плейна. Фирма Плейна, но не совсем. Похожая вещь. Не все похожие в этом стиле. А здесь у меня большая коробка с большими вещами. В одной коробке у меня и Savage, и Вепрь, оба 308, и тактический Remington 870. Savage вы не видели, наверное. Это вот такая вот вещичка. Остальные я вам показывал. А Savage вот он. Безмагазинная версия. Тяжеленным прикладом. Честно вам скажу. И вообще, давно я с ним не возился. Проверяем, что патроник пустой. Патроник пустой. И просто ради юмора, чтобы вам было видно. Все, это все усилия, которые требуются для того, чтобы спустить курок на данной винтовке. 20-дюймовый ствол, калибр 308. Это, в принципе, такого полуснайперского варианта городского, наверное. Ну вот, правда, здесь у меня сейчас не стоит никакой оптики. Я собираюсь поставить планку Пикатинни поверх вместо креплений от Леопольда. Но пока еще не знаю. Глушитель бы еще хорошо под этот ствол, но тоже не до этого. Ни по деньгам, ни по желаниям. Вот так вот. Смотрим, что дальше. Ремингтон и Вепри показывать вблизи не буду, потому что смысла никакого нету. Вы их уже видели.